Всем привет, с вами Том, и мы продолжаем наш генератор мемов. Он же 74. Марии нет, а Роберт по клубам шляется. Вообще, спалим клуб к чертям. Так, не знаю, видела ты или нет, но привет от Руби и Эдель. Большое спасибо. Не, я что-то пропустила. Я так увлеклась этими подарками и прочим. Кстати, Роберт получает ужасный подарок от Деда Мороза. Видимо, он оказался в списке плохих персонажей. Роберт должен вести себя лучше с другими персонажами. А то у нас Роберт-то оказывается какой? Пакости четвертый уровень. Вот вы знали, что Роберт плохой? А он плохой. Что делать? У нас Sims, он же генератор мемчиков просто. Я не знаю, что они делают. Смотрится это крайне забавно. Итак, вам просто холодно? Кто это у нас такой в мини-юбке? Понятно. Очень жаркие. Вы будете сами что-нибудь делать? Вы спать пойдете сами? Ну, конечно же. Вы сами пойдете спать по лавкам. А что он? Ну, естественно, он хочет спать, еще он хочет душ. А ты не боишься замерзнуть на лавке? Так не. Мне норм. Тусите там сами без меня. Вот, Игорь, кстати. Кстати, Игорь. Ну, так неинтересно. Закажи кофе себе, что ли. Можно у вас кофе? Нет, наверное, нельзя. Можно только напитки и еду. А тут всегда так стены классно были? Нет, стоп. О, призрак. Я вижу призрака. Это наш призрак? Машка! Ты Машка или нет? Или это не Машка? Машка! Ща будет по шапке давать. Okay. Пока там я, а ты тут. Это, если что, если кто не в курсах, это, собственно, та женщина, которую мы должны воскресить. Давайте ей вручим подарок. Давайте мы ей розочку подарим. Такая Маша. Вам не холодно? Маше холодно. Маше очень даже холодно. Вот так вот. Короче. Сейчас вот Маша скажет все, что она думает об этом Роберте. Да тебе она в платьице сегодня. Главное не палиться. Хоу-хоу-хоу. Хоу-хоу-хоу. Так, нас такая, пойду я отсюда, пока не пролетела. Что? У нее руки заняты стаканом. Ну вот так вот. А руки-то и заняты. Поцеловать в щеку. Ух ты, драка, драка. Мария слышала, да, что вы ее призывали? Вполне может быть. Ну, чувак, ну ты вообще не в кассе. У нас тут это интимный момент, а ты там это самое. Саня, подошел. Ты все еще не можешь ей вручить подарок? Розочку. Может, ей класть некуда, поэтому она не может принять подарок. Я не знаю, призракам никогда подарок не вручала. Да что вы тут все стоите на фоне? Понаприходили тут. Ну так мило, он ей розочку вручает. На сочельник. Ми-ми-ми. Сю-сю, ня-ня-ня. Я не знаю, куда она ее там в карманы положит. Ей не понравилось. Что, серьезно, ей не понравилось? Нет, оцененный подарок. Такая, куды мне твой подарок? В своем уме. Давайте ей декламируем любовные стихи. А, Марии, куда вы все дернули? Че, погреться пошла? Стоп, стоп. Я же сказала стихи декламировать. Грустно. Играть на пианино можно было грустно. Алло, 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 женщина, вернитесь. Мария, вернись. В картину она тут вселилась. Гома, тебе стихи будем рассказывать на лавке. 23-20.
52. Такая, чё тебе надо, человек? Романтика. Декламировать стихи. Любовные. Да хара ты спать-то? Ей тебе чё, холодно, ты так мёртвая? Ещё холоднее холодного. Просто. Милота. Иногда она ещё со стаканом. Маш, садись. Маш, садись. Вот. Давайте посплетнись. Что ты там высматриваешь? О, она кокетливая стала. Да. Давайте мы побезжалостно почекочем. Замерзшего призрака вы хотите увидеть? Вот вы... Она, главное, с этим стаканом так и сидит такая. Мой стакан, я его не отдам никому и никогда. Я буду с ним ходить. У нас там стаканов нету, между прочим. А мне интересно, что она появилась, хотя мы ее надгробим, таскаем с собой в рюкзаке. Ну так вот, мы ее надгробим с собой таскаем, она все равно появилась. Ничего ты себе. Просто. Как он ее щекочет? Сквозь, что ли? Ей норм. Страстно поцеловать. Мария не отстает по пакостям от мужа. Да они вообще там вся семейка с тем еще приветом. Кокетливо дразнить. Ну это сегодня Роберт, короче, просто как это... Можно медведя, который высовывается из кустов? С его фирменной фразой. Ну а чё, миленько же. Такое... Боже. А в уху с призраками делать можно, кто знает? Я не пробовала никогда. Боже, это очень странно. Она дыхает дымом. Это просто... Да, давайте. Молодежь, жгите. Нет, ну правда, ну что тут, какого лешего Дед Мороз пришел? Господи. Здравствуй, Дедушка Мороз. Было бы еще смешнее, если бы пришла Агнеса. Вот тогда бы я тут вообще каталась, серьезно. Ну, Дед Мороз еще простительно, он такой любопытный дядя. Молодежь целуется. Хо-хо-хо-хо-хо. Мария, выпусти стакан, ты уже из руки-то? Вот в мое-то время. Молодежь с призраками по скамейкам не жма... Надо. Короче, да, не обжимались. Что с ней еще можно смешного сделать? Другие варианты... Сделать предложение? Можно что, второй раз еще жениться, что ли? Предложить остаться на ночь? Нет. Целоваться под снегом? А, под снегом целовать. Это как? Это с Амелой, что ли, анимация? Или просто? Это просто поцелуй? Я не могу, это так мило, слушайте. Мне хочется скринить и скринить, честно. Потому что это реально мило очень. Это очень странно и очень мило. Такая ночь, снегопад, и тут романтика с большой дороги. И Дед Мороз. Разговор с намеками. Что-то он еще хочет сделать. Поболтать, подарить розу. Ты сам розу хочешь подарить? Ты же уже дарила, она не оценила. Я чуть на... Карманов нету розу складывать. Ты уже дарил, только другую. Ну, его ничему жизнь не учит. Внезапно у нас новогодний подарочек от Деда Мороза. Она передразнивает Дед Мороза. Страсть, общение.
теплый поцелуй. Вспоминает свою удалую молодость. Она ушла? У Марии прическа как у колоратуры. Да, я об этом говорила как-то. Или она очень похожа на нее. Я вот не помню, такая же или просто очень похожая. Напоминает серию доктора, когда доктор целовал призрака Риверсонг. Она вселилась в тумбочку. Мне интересно, Агнеса-то у нас ушла уже, наверное? Или не ушла? Агнеса тут сидит. Что вы тут с Игорем делаете? Своя атмосфера. Я не знаю, почему они не общаются сами по себе. Где-то на раз пошел грец. Кто-то пошел снег убирать. Они вроде как дружат, но как-то они не стремятся друг с другом. Почему у нас ребенок не спит? Как-то они не стремятся общаться. Где Маша? Выселилась из тумбочки? Ну вот, отвернулась. А, вон она. Возле камина. Че, греешься? Серьезно? Это очень странно. Но призрак греется возле камина. Ну, давайте с ней еще пообщаемся. В уху тут попробовать, к сожалению, негде. Вот, поцеловаться под омелой, кстати. А можно померить температуру любви, серьезно? У него и такая опция есть. Разговор с намеками. Го к нам. Да ладно, он в теплой одежде, он не помрет, даже если уснет на морозе. Милота. Я не заскринила. Вот это измерение температуры любви, окей. Просто. Вот, дайте-ка еще раз, я хочу скриншот сделать. Вот. Хотя, в принципе, у них, похоже, уже был кадр. Это, в принципе, анимация, как и в этом самом. В первом поцелуе. Короче, зацеловали мы сегодня Машку просто. Что мы еще с ней можем сделать? Не подеритесь, девчонки. Главное, не подеритесь. Ну, вряд ли они подерутся. Да. Да и ладно. Почему не видеть? Слушайте, интересно, а если мы будем общаться с Агнесой, как на это будет реагировать Мария? Никак? Мне кажется, нам пора домой. Сколько там? Три часа? Ему, между прочим, на работу завтра. А, у него выходной или нет? Если выходной, то это хорошо. Тут можно гулять до утра. Кстати, Степан, у нас с тобой... Да. Люди странные. Я не могу с них. Надо поваляться. Давайте поваляемся. А мы можем лепить снеговика с Марией? Давайте слепим снеговика с Марией. Мария, голь. Все, уже не го. Уже. Или она не хочет, или она не может. Ну чё вы такие? Играть в снежки. Убирать снег. На самом деле Роберт уснул пьяный на морозе, а Машка ему приснилась, точно. Вот-то вам не стыдно там, нет? Нет, не стыдно. Просто.
Вот это лицо. Интересно, а мы можем пригласить еще Агнесу? Нет? Хо-хо-хо. Ей холодно, и это самое... Сказать пикантный анекдот. А чё... Неудачная вылазка. Похоже, Роберт не особо интересуется, ему точно не интересно. Да, уж Роберт всю эту самую проспал на диване. Сочельник прошел успешно. Ей. Ревность. При жене-то ай-яй-яй, да. Им не стыдно, продолжайте, да. Им-то точно не стыдно, это уж точно. Ну, кстати, Мария скоро в любом случае домой. Я бы ее куда-нибудь попросить... предложить остаться на ночь. Интересно, а это сработает? Как вы думаете? Мне просто про Вуху-то интересно. Это вообще реально или нет? Поехали ко мне. Интересно, мы можем ее пригласить с нами поехать? Давайте мы попробуем сохраниться. Добавить ее в группу. Действие добавим в группу. И теперь попробуем отправиться домой. Поедет она с нами или нет? Нет, наверное. Ну, не можем мы с ней переместиться куда-либо. А тут... А мы можем с ней покататься на коньках? Пригласить кататься. Тут просто нету этих волшебных кустов, и вообще тут первый город, ничего такого нету, где... для чего... куда можно... А, нет, да, это же нельзя. А, хотя, если есть куча осенних листьев, то в них можно. Но тут, наверное, нету кучи осенних листьев, потому что мы на этой локации осенью не были. Жизнь — боль, когда кустов нету. Да... Не проверим мы теорию про это самое, короче. Я проверила, но я не могу с ней переместиться на другую локацию, а на этой локации нету ничего такого подходящего. Мне кажется, он скоро в обморок упадет. Попробуй на свидание пригласить. А есть у нее такая опция? Другие варианты, романтика... Что-то я не вижу у нее пригласить на свидание. А, воздушные поцелуи, нежность, игомассажи, сопытаться. Не, наверное, призрака нельзя пригласить на свидание. Что-то нет у нее такой опции. А вот мне интересно, а как она будет кататься? Просто сегодня мы видели все. В том числе призрака на прозрачных. Ой. И со стаканом, главное, она. Стакан этот целый вечер не выпускает просто из рук. А чё он так бодренько катается, в отличие от нас? Вы не знаете? А чё ты за куклы Вуду своей потянулся? Держать. Интересно, а к Марии можно привязать куклу Вуду? Призвать Жанна? Да на другую куклу Вуду, да? К этой уже привязана Жанна. Мы ее можем призвать. Раз.
Очаровательно. Не, серьезно. Она по сравнению с ним очень классно катается. Вот так вот. Вот вам еще скринчик. Может, и нельзя с призраками? Попробуй на локацию шкаф поставить или гараж. Какие вы? Читерим по полной? Так. Можно вам тут чулан поставим? Ну вот, допустим. Можем его куда-нибудь сюда поставить? Вот сюда можно поставить чего? Ладно, мы потом уберем. Не, походу дела нельзя. Так, а если я сейчас просто кровать попробую, честно, мне ради интереса. Наверное, с призраками не-а. Не-а. Сейчас. Мы чисто в теоретических точках изучаем. Точка. Нет. Я думаю, с призраками, по крайней мере. Подождите, а на ней опций не появилось никаких? Где ты? Милая моя ненаглядная я. Я. Что такое? Алло. А, потому что мы катаемся? Подожди, а если перестать кататься? Иди сюда. Другие варианты. А, вот, есть. Стоп. Подождите. Подождите. Так, тогда верните мне чулан. Ну-ка. Раз. 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 Вот, чулань. Что? Че? А, я такая не-а. Или нет? Или да? Да, Роберт, ладно, будем считать, что у тебя очень хорошая была это самое. Очень игривая. Я... Если ж тебе это все равно снится, что я... Хоть в чулан, хоть не в чулан. Еще пойдете, правда? Правда, правда, с призраком прямо в чулан. О, боже. Вот это просто мы с вами, дети. Дети, не смотрите это прохождение. Просто после смерти у меня было больше свободного времени навык катания прокачивать. Дело принимает интересный оборот. Я чисто в научных целях, вы не подумайте. Мне просто само действительно интересно. Я как-то с призраками очень мало. Понимаете, проблема в том, что я никогда не играла до смерти собственных персонажей. Мне всегда это казалось не очень, и я старалась не играть как-то до этого момента, поэтому я с призраками фактически не контактировала никогда, и вот уж можно с ними в уху или нет, я вообще не в курсе. Оказывается, кажется, можно. Боже. Кажется, они сейчас еще тут чулан сломают. У нас такой Новый год, переходящий плавно в День Святого Валентина, боже мой. Окей, ладно. Я подальше отъеду. Ну да, вот так можно. Че у него там? Низкий уровень бодрости. Да, Роберту было скучно, сердитый. Вот, сейчас там и вырубится в этом чулане, да, наверное? 18+, да.
Ну, там просто то самое, ничего такого, просто обычное ухо в чулане. Если что, если у кого-то там реклама вылезла. Ничего особенного. Они просто сломали шкаф. А, достижение! Интересно, каково ощущение? Заняться в уху с привидением. Боже, это целое достижение есть, вы представляете? Вот видите? Не я одна такая любопытная. И с этим паром просто. Этот пар от того, что она умерла от холода, если что. Хорошо, закончился Новый год просто. Все, она ушла, 6 утра. Время пить чай. Может, я сохранюсь. Призраком, да еще в несуществующем чулане, это точно. Ну, как бы 7 утра, она ушла домой, нам тоже домой пора. В смысле, она не домой ушла, она ушла куда там? А, обратно. Я думаю, что нам лучше... А что у нас вообще тут тусня происходит? Люди, 7 утра, вы что тут все сидите? У вас что, круглосуточный зависон? Особенно вот Степан такой, нормик. Жена отпусти. Это, смотрите, у нас уже давно не вечеринка, на которую мы собирались. И он все равно тут тусит и выпивает. Мне кажется, они там с Ларисой вообще на старости лет разругались. Ну ладно, пойдемте домой. Спать. Лучше всех поет. Ну, у него тут целый набор эмоций просто. Любовь в чулане. Приятно. Ага, ага, ага. Короче. Новый год можно не спать, да. Мы отогреваем Марию, да, ну. А потом объясняю Вере, почему у нее сестренка по какой-то причине призрак. А, боже. Серьезно, Симс это, конечно, просто вынос мозга. Да, вот так, короче, Роберт отлично отметил Новый год. Лучше всех. Все сидеть, всем утра огромной компании в баре, почему, собственно, и нет. Когда да. Ну, в принципе, если это выходной, то, наверное, можно. Я просто думала, что к 7 утра обычно народ все-таки уже расходится, часов в 5-6. Ну, ой. Снег. И замерзнуть до смерти Роберт должен надеть теплую одежду, иначе он замерзнет до смерти. Нет. А когда ты успел, извините, что? Вот. Это поворот. Во-первых, у нас кто-то украл опять снег. Во-вторых, кто-то внезапно хочет замерзнуть у нас до смерти. Иди сюда. Хотя он в теплой одежде. Вот было бы смешно, если бы он сейчас тоже умер. Это было бы вообще, конечно. Подстава, подстав, иди сюда. Иди отогревайся в ванне. А почему ты не теплеешь? А ну отогревайся. Что, ребенок у нас в школе? Такой вонючий синенький демоненок у нас там моется просто. Серьезно. Что за подстава, подстав? Почему это самое? Мороз. Что за глюки? У него нет мороза. Если у нас сейчас Роберт умрет от глюков, это будет просто эпик. Серьезно, что не так? Все, оттаял. Просто какой-то кошмар. Поешь что-нибудь там? До потери сознания 3 часа. Перекуси там спагеттими своими, взять порцию. Короче, веселуха. Ладно, я пошёл. Пашка Монади. Ребенка без отца оставить, да, бедняга. Только нам отца не хватало тут это самое потерять. Это будет вообще эпик. Фейл.
эпик фейл. Что у нас там? У нас, между прочим, предпоследний день зимы. Когда у нас вырастет орхидея? Что это за нерастущая орхидея? Причем, знаете, слушайте, я подумала, если она стоит в доме, она уже давно должна была вырасти. Че она не растет? Может, какие-то глюки с орхидеей? Я даже не знаю. Потому что, ну, мы уже, мне кажется, всяко по 3 дня тут провели, нет? Не провели? Давайте помотаем. Сейчас мы отправим Роберта спать, потому что он у нас уже такой... Еще он в туалет хочет. О, это, конечно, атас. Потом описывается. Рыба-ангел разве не затухнет? Рыба-ангел. Свежесть отвратительная. Но она уже затухла, да. Но я не знаю. Но я думаю, что новую смысла ловить прямо сейчас нету. Если не подойдет это, будем ловить новую. Что я могу сказать? Ну, понимаете, там амброзию, там как бы вроде не то чтобы очень критично, чтобы блюдо было вкусным. Главное, чтобы можно было приготовить. А какого оно там качества будет, я думаю, это не столь важно. Вот. У нас проблема с орхидеей и с гранатом. Вера не первая троечница. И явно не последняя. Может, ей лучше улучшить свои знания. Да. Делай домашку. Давай, делай домашку. Еще можно открыть подарки. Сейчас она сделает домашку и потом откроет подарок. Папенька у нас отсыпается. Хотя, возможно, папеньке не стоит отсыпаться, а то он потом ночью не будет спать. Давай, давай. Все, поспал. Помочь домашним заданием он хочет. Это дело нужное. Не, ну куда наш снег украли? Это, конечно, вообще... У Роберта в инвентаре есть маргаритка. Вот, маргаритка. Орхидеи у него, к сожалению, в инвентаре нету. Иначе мы бы фигней не страдали. Ну, рыба, да, протуха, но... Ладно. Давайте открывать подарки с... Еще там какие-то кубики в инвентаре и все такое. Сейчас посмотрим. Что нам там понадарил Дед Мороз? Снеговик. Вот куда наши снеговики-то пропадают. Видали? А у нас тут внезапно олень. Все-таки олень нам выпал, просто он не поместился в доме, поэтому нам его сразу в инвентарь засунули. Ладно, поставим оленя. Пускай стоит. Вообще стоило его... Вчера еще ставить, но вчера не вылезло. Листики. Так, это все наше. Фикус наш. Что-то я не пойму, что ему выпало из... ему куб какой-то 2 раза. А, вот он куб. Понятно. Все с тобой ясно, Роберт. Давайте зайдем за Агнессу. Давайте пригласим на свой участок Агнессу. И попробуем удобрить этот куст, я не знаю, что-то как-то... Надо что-то делать. Что-то надо делать. Орхидея напрягает сумасшедшая обстановка, она не растет, думаете? Рекс-ти-рекс. Это ж большой. Рекс-ти-рекс. И... У него что? Деталь для улучшения электронных приборов. Сантех. А Роберту, короче, досталось это самое, набор юного мастера. Детали для улучшения приборов. Вот так вот. Лучший подарок мужчине.
Он будет дорожить этим подарком. Окейушки. Все с вами ясно. А Рекс Тирекс, где наш? Давайте уберем, наверное, уже. Или оставим, или уберем. Давайте уберем уже елку, все. Багаж. Отпраздновали. Так, это наша Рекс-Тирекс где? Стоп, Рекс-Тирекс это же большая игрушка. Кажется. Или маленькая? А, это книжка. Тьфу ты, я думала, нам эту фигурку большую дадут. Это книжка. Вы идите со своими книжками. Мы вот собачку посадим. Обратно. Надо помедитировать. Чего у нас тут только нету? Какой-то вообще склад всякой ерунды. В общем, подарки какие-то отстойные на этот Новый год были, я хочу сказать. Она хочет рассмешить Роберта и поговорить про день в школе. Давайте пообщаемся с батькой. То, что-то мы с ним не говорили. Сейчас поговорим и, наверное, зайдем быстренько за Агнесу, попробуем. Хотя я не знаю, как же пробовать. Чего она хотела рассмешить его и поговорить про школу? Давай шуточку. Ох, очевидно, будем воскрешать Марию уже после перерыва, потому что это что-то вообще как это... Что-то просто. Ща-щеба! А чё она такая внимательная, кстати? А, продуктивный день в школе. Первый раз сделали домашку. Стать счастливой. Играть с большой мягкой игрушкой. Обнять. Дикий эстонский. Фестиваль специй. Чё-то я даже не знаю. И не хочу на фестиваль, я хочу тут потусить. Давайте позовем к себе Агнесу. Опять счета? Да вы издеваетесь. Нет, Степа, мы не пойдем на фестиваль. Давайте позовем к нам Агнесу. Притвориться больным и остаться дома. Агнеса, Агнок, go к нам. We need your help. 3000. Ужас какой. Все деньги с кошельком. Я не могу добраться до вашего почтового ящика, поэтому оставлю посылку вон там, удачи. Чё? Это он нам так счета принес, Игорь? Игорь как дёрпи просто. Все, оплатил. Кстати, у тебя тут пол не протертый, мыть пол. Ты тут... Что у вас там опять что-то завалилось куда-то? Почему они опять там обходят? Они тут. Очень странные люди. В этом доме живут. Такая зашла и постучала с этой стороны. Просто. Так, сохранить управление городами. Такой нормально. Заходишь такой и стучишь уже в доме. Обнимашки с холодным призраком до добра не доводят. Понятно. Так, перезаходим за Агнесом. Сейчас я попробую удобрить его цветок этот несчастный. И посмотрю, что там еще можно способствовать росту. Может быть, можно уже... Что-то он, короче, конкретно не хочет нас расти, эта орхидея. Не хочу читерить. Тут не хочу читерить, хочу сама вырастить. Может, попробовать еще раз крестить эти растения? Как-то странно, что так долго не растет. Ох. Я не знаю, честно. Благоговорительнее. Чего оно не растет? Удобрить не надо, это растение уже получило удобрение. А у тебя есть еще лилия, орхидея, львиный зев и
Лилия есть. Шейби Були Галан. Трангела. Гриной Барс. Нарба. Казу Уифтана Бэй. Я чувствую, короче, будем мы с вами строить этот самый... как это называется? Теплицу. Я просто боюсь того, что, может быть... из-за того, что я постоянно между семьями перескакиваю, может быть, поэтому растениям это не нравится, они не хотят расти, я не знаю. Потому что, ну, серьезно. Как бы она тоже с ним ничего такого сделать не может особо. Интересно. Короче, все плохо. А после шкафа ничего прикольного пока не было. Так, ладно, возвращаемся за Робертом. Я думаю, что, короче, может быть, тогда после перерыва мы какое-то время поиграем чисто за Агнесу. Вот, поставим ей теплицу, посадим ей эти растения и попробуем вот за нее буквально там, не знаю, неделю поиграть. Без перезаходов туда-сюда, потому что, я не знаю, может быть, орхидея такая... Мне надо 3 полных дня, чтобы вырасти, а вы туда-сюда прыгаете через каждые 2, и я поэтому не могу вырасти. Ох уж этот вуду-мастер. Вот, потому что... Вот видите, по идее, львиный Зевс с этим самым должны давать каждые 2 дня урожай, по-моему, если не ошибаюсь. И они сейчас что-то не хотят давать урожай. То есть, короче, какой-то у нас... Плохо все. Что это такое? Кусок торта. Что ты хочешь сделать? Узнать лучше Агнесу. А то ты ее плохо знаешь. Поучи ее танцевать. Скажи, ты не так танцуешь. Вера не смогла пообщаться с чудовищем из-под кровати. Похоже, она пока не хочет ни с кем знакомиться. У вас это семейное, что ли? Все плохо. Нас только чудовище из-под кровати не хватало. Не видят потустороннее. Я хотела узнать лучше Агнесу. Дружимная. Предложить переехать, точно. Вот это только нам этого не хватало, это предложить переехать Агнесе. Что? Лариса Лукина хочет знать, не хочу ли я прийти к ней в гости, чтобы пообщаться. Бабушка нас в гости зовет. Ну, наверное, нет, мы не пойдем, нам надо быть на этом участке. У нас ничего не вырастет, значит. Ну и что ты? Поговорить. Говорить с чудовищем из-под кровати. Что, он с тобой не разговаривает? Не хочет он с ней общаться. С этим хорошо. Просто взрослый у нас, конечно, Атас. Хочет рассматривать небо в телескоп и стать счастливой. Да уж не станешь ты с ними счастливой. Эстонский пушок. Давайте поприставим к Агнессе. А, уже тут. Опять вы все эти ваши целовашки. Любит кошек у нас Агнес. Кто бы сомневался, что она... Какой у нас день осени, зимы? Предпоследний, да? Драки? Потасовки на районе? Серьезно, надо драки устраивать? Вот это у нас супер день. Поболтать. А, ну вот, мы поболтали.
попросить совета в наборе текста, что еще можно сделать? Just go away. Другие персонажи. Спросить про другого персонажа. Что она знает о Марии, допустим? Расскажи мне про маму. Такая, чё? Я еще не... Марии и я еще не познакомились. Ну так вот. Не с Марией еще не познакомились. А что я, кстати, надо делать по вот этой штуке? Познакомиться с 5 персонажами. То есть тебе еще с одним познакомиться с кем-то надо? Ну, да, наверное, ночью не очень хороший вариант идти куда с кем-то знакомиться. Может, ты сначала в туалет сходишь, перед тем, как идти спать? Почему у них всегда идти спать важнее, чем идти в туалет? Вот я этого не понимаю, потому что мне кажется, что идти в туалет — это важнее, чем идти спать. Серьезно. Взять порцию нашей мега-запеканки. Вот, потому что как-то это самое. Я стоит кокос. В пони-ферме купил короля шторма, понаблюдал за ним и вспомнил, осознал, что эта игра не только экономический симулятор, собери коллекцию поняшами, а еще и расслабляющая игра с мимимишной анимацией, за которой просто приятно наблюдать. Да, я согласна, что персы очень прикольно там ходят, взаимодействуют. Мне тоже это всегда в ферме нравилось. Вот, а я себе взяла, ну вы видели в ролике, Nightmare Rarity и Клода. Я себе взяла. А вот это у нас что? А, это у нас композиция, это тыква, это гранатистый гранат. Давайте мы, что ли, соберем урожай граната. На всякий случай. Пущай будет. Может, конечно... Ну, я не вижу смысла ловить свежую рыбу, пока у нас не будет цветка. Потому что без цветка жизнь не та. Агнесса, вынеси мусор, пожалуйста, нет? Не вынесешь. А ему завтра на работу надо, не? До работы 10 часов. А как же потасовки на районе? Ух! Так, ну чё, мы раньше закончим или дольше задержимся, наоборот? Чё, как вы там? Потому что, ну... Короче... Я думаю, что... Нам придется потом... Вот, как я уже сказала... играть какое-то время чисто за Агнессу и пытаться вырастить этот цветок у нее. И я, конечно, всегда могу зайти в режим отладки и начитерить себе этот несчастный цветок, вот, но хотелось бы как-то по-честному пытаться выкрутиться. Но, очевидно, нам придется делать... Стоп. А можешь подарить Агнессе гранат? Хотя Агнесса может сама себе гранат купить, что он там продается там в подарках. Короче... Потому что Роберт явно не справляется с выращиванием цветка. Я задумалась. Нам норм? Давайте подольше поиграем перед перерывом. То есть вы еще день хотите поиграть? Ну, если вам норм, можем еще один день поиграть. Так перерывчик сделаем. Сейчас он встанет. Сколько там? Часов 6 хотя бы. Вот, вставай. И ребенок встал. Дискомфорт. Вот, а что сразу торт-то есть? Ну, давайте тогда, короче, сделаем перерыв. И если вы тогда еще не расходитесь, давайте еще поиграем часть. Это, ну, где-то еще минут 30, наверное. Вот. Тогда го за чаем, еще поиграем, так что я вас жду.